hand from my hand. Why don't people understand my intentions? Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сделать праздничную прическу. Легко и быстро. Если нету челки, то мы отделяем зону от лица и потом будем ее красиво укладывать в прическу. Если есть челка, то можно, в принципе, все накрутить. Будем начинать накручивать снизу. Отделяем небольшие прядки. Вы можете накручивать как на щипцы, как на утюг, на все, что вам удобно. Делаем следующую прядку и так по всей голове. В принципе, можно оставить даже так, пойти с распущенными, например. Немножко сбрызгиваем лаком и распределяем так, как вам хочется, как вам больше идет. Пряди у лица мы также накручиваем их.
такая прическа у нас получилась. Я думаю, вы ее повторите без труда.